Господа, пожалуйста, в сторонку. В сторонку, отойдите. Дайте проехать скорой. Что вы здесь слезы льете, девчонка? Если последствия для нашего отдыхающего будут тяжелыми, ваше заведение по миру пойдет. Вы это понимаете? Я же вам уже говорила, мальчик ни в чем не виноват. Конечно, он же конь. А кто виноват? Я, может быть, а мальчик нет. Ты не виновата, мальчик не виноват, я не виноват, никто не виноват, а человек чуть шею не свернул. У нас лошади в жизни никого не скидывали. Тогда почему это произошло? Объясните. Я не знаю. Все хорошо, все хорошо. Когда Аглая Сергеевна появится, пусть свяжется с нами, окей? Дети. Что ты натворил, мальчик? Что ты натворил? Не расстраивайтесь, Зоя. Ой, что теперь будет? Скажите, а может случиться так, что, ну, конь может просто ни с того ни с сего вдруг разволноваться, взбрыкнуть? Ну, конечно, он же живой. Но чтобы всадника сбросить, никогда. А тем более мальчик. Он же знает, что я за людей отвечаю. Да он и сам людей любит. Что ж теперь с ним сделают-то, а? Продадут? Это в лучшем случае. А в худшем на живодерню отправят. Если этот пострадавший с пансионата жалобу напишет и в суд подаст. Зойка, Аглая-то приехала. Тебя зовет. Ну, теперь начнется. Иду, иду. Ну что, обидели тебя люди, мальчик? Значит, вы давний знакомый мальчика. Уже 3 года. И хорошо знакомы с его привычками, повадками, что ему нравится, что нет. Но я такого не могу сказать ни про одного из людей, тем более про лошадь. Красиво звучит. Благородно. А вот интересно, чем вы таким накормили его, прежде чем на него сел Вадим? Что-что? Я же видела, когда мы с Зоей вышли, а вы отстали, вы что-то дали ему. Боже мой, что вы говорите? Я дал ему обычный кусок сахара. Обычный кусок сахара? От которого смирный конь встал на дыбы и сбросил всадника. То есть вы считаете, что сахар может вызвать такую реакцию? Простой кусок сахара. Сахар – это любимое лакомство лошадей. Я все видела. Вы дали ему не сахар. Марина! Марина! Марина, подождите! Будут разбираться. Аглая грозится меня уволить, а мальчика на живодерню отправить. Вы не расстраивайтесь так. Ай. Добрый день. Добрый. Ого, это где же вы столько набрали? В нашем лесу? Да нет, там подалее. Тут-то лес мертвый.
Да чего я тебе говорю, ты же сама в нем каждый вечер шастаешь. Откуда вы взяли? Да ладно, я же не твоя мать. Это она засыпает в 9 вечера, режим соблюдат. А мы деревенские поздно ложимся. Фу. Ты, мать, то слушай. Фу. Мать плохого не посоветует. Фу. Струга она у тебя, это верно. Значит, заслужила? Фу. Заслужила? Ну, не таись. Было чего? Я в 10 классе в учителя влюбилась. В учителя? Во, паршивец? Не паршивец он. Хороший человек, только несчастный очень. Мать такой скандал устроила, его из школы выгнали. Он потом в Сибирь уехал. Старый был, что ли? Не молодой. Ох, детки, детки. Все норовите своим умом прожить. А в толк не возьмете, что иной человечек, во, как гриб. Только с виду гладкий, а внутри, о, одни червяки. Никакого проку. Он не такой был. Стихи мне читал. А, заманывал, значит. Да нет, ну что вы. Он мне первый говорил, что, ну, мне сверстник нужен, что не пара он мне. Мне вот, знаете, с молодыми как-то неинтересно. Как будто я старше их. Да, порой в этой жизни ничего не разберешь. Иногда кажется, что, Господи, да уж лучше одной быть. Ладно, что тут у нас приключилось-то без меня? Ну, Вадим тут с лошади упал. Чуть не разбился. Вот напасть-то. Что, больно? Может, тебе соку принести? Не лезь ко мне. Спасибо. Марина Евгеньевна, извините. Вас просили зайти в кабинет Галины Витальевны. Там вас ждет следователь. А где это? Светочка, проводи, пожалуйста. Да, конечно. Спасибо. Славочка, ну я прошу тебя, ну мне хотя бы одну корпоративную вечеринку. Дружочек мой, ну уважь меня, а? Ну, извини, Слав, перезвоню. Ну как, Феликс Янович, поговорили? Да что говорить-то, драгоценная моя. Чуева этого я не знал, даже ни разу с ним не разговаривал, а на всякие там щекотливые версии я не мастак, увольте. У вас, по-моему, какие-то проблемы с телевизором были. Да, вы знаете, удивительное дело. Некоторые программы работают совершенно без звука. Вася, запиши, пожалуйста. Да, Галина Витальевна. Нет, вы знаете, очень даже неплохо, когда тихо, для отдыха. А вот для информации очень да, плохо. Да, конечно, очень. Конечно. Вы знаете, я думаю, надо бы как-нибудь эдак антенну развернуть. Мы ее развернем, наладим. Отдыхайте, Феликс Янович. Попробую, попробую. Да, а что с этим малым, с Вадимом? А лежит в гипсе у себя в номере. В больницу ехать отказался. Да, сегодня как раз собирался уезжать. Да. Бедняга. Ну, всего доброго. Всего доброго. Ты записал, Вася? Да, Галина Витальевна. Запиши, я тебе сказала. Сейчас я запишу. Галина Витальевна, да? Вот я привела. Здравствуйте. Свободно. Мне сказали, что меня тут ждут. Следуйте. Вот что, милочка, вы когда будете разговаривать со следователем, пожалуйста, без лишних фантазий. Очень прошу вас.
Несчастный случай бывает всегда. А у меня летит контракт за контрактом. Вы знаете, я понимаю, мои фантазии тут ни при чем. У вас в пруду нашли утопленника. Да-да, конечно. Извините, к вам можно? Да. Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Садитесь. Я просил вас не отлучаться с территории. Где вы были? Я? Ну, вообще-то я сюда приехала отдыхать, а не сидеть в номере. В следующий раз придется вызвать вас повесткой. А что еще будет в следующий раз? Возможно. А что вас удивляет? Вы главный свидетель. Ну, просто я не уверена в том, что к следующему разу что-нибудь изменится в моих показаниях. Я и сейчас могу вам только повторить то, что я уже говорила. Да, не хотелось бы, чтобы в ваших показаниях что-то поменялось. Отказ от своих слов звучит как-то неинтеллигентно. Вы же кандидат наук, преподаватель. Кстати, это ваша книга? Вы забыли ее там, возле пруда. Да, моя. Спасибо. Если уж вы так любите детективы, может быть, у вас имеется какая-то версия? Версия? Ну да. Версия случившегося. Но предположение о том, каким образом этот малый очутился в воде. Нет. Нет у меня никакой версии. И единственное, что я могу точно утверждать, то, что утопили его не при мне. Утопили? Ну и я не знаю, как он там оказался. Это уж вы сами разбирайтесь. Разберемся. Да вы не нервничайте, Марина Евгеньевна, не надо. Я могу сказать, что на самом деле картина очевидна, и речь идет всего лишь о каких-то незначительных формальностях. Вы уверены в том, что это несчастный случай? Угу. Значит, у вас все-таки имеется какая-то своя версия. Нет, никакой версии у меня нет. Откуда ей взяться? Ага. Хотелось бы уточнить ряд деталей. Вы сразу пошли на мостки или, может быть, какое-то время прогуливались рядом? Я прогуливалась. А может быть, у пруда вы видели какие-то предметы, которые могут помочь следствию? Нет, я никаких предметов не видела, я читала книгу. Понятно. А может быть, вы что-то слышали или вас заинтересовали какие-то разговоры отдыхающих? Нет. Знаете, я не привыкла наушничать. Замечательно. Ну что ж, пока можете отдыхать дальше. Подпишите сразу или будете читать? Да нет уж, позвольте, я прочту. Пожалуйста. Спасибо. Это ваше право. Отвезли в больницу, наложили гипс. А он говорит, ничего мне не надо. Отвезите меня обратно в номер. Я прям с ним измучилась. До свидания. Здравствуйте. До свидания. Теперь мне идти или он вызовет? Да-да. Войдете, назовете фамилию, а там уж как он скажет. Расскажете все, что знаете. Но что же я могу рассказать, что я знаю? То, что он сидел с нами за одним столом. Ну? И смущал мою Оленьку всем своим видом. Элеонор Яковлевна, я убеждена, что это все ненадолго. Придется потерпеть. Придется. Проходите. Можно? Заходите. Ай. И когда это все кончится?
Одну минуту, милые дамы. Марина Евгеньевна! Марина Евгеньевна! Извините. Вас, кажется, так зовут. Ну да, вы не ошиблись. Извините, что задерживаю. Я вас слушаю. Это ужасно. Как все это ужасно? Вчера этот Чуев в пруду, сегодня лошадь. Ужасно. Ну, просто ужасно. Скажите, а какие версии у следствия? Ведь с вами, кажется, только что у директрисы следователь разговаривал, да? А что, собственно, вас интересует? Меня? Ну, собственно, вы же стали свидетелем этого несчастного случая. А с чего вы взяли, что это был несчастный случай? Я? Ну, собственно, я... Извините. Ладно. Я могу сказать, что на самом деле картина очевидная, и речь идет всего лишь о каких-то незначительных формальностях. Собственно, вы же стали свидетелем этого несчастного случая. Несчастного случая. Несчастного случая. Не волнуйтесь, все будет в порядке. Да, конечно, все передам горничной. Да, спасибо. До свидания. Людмила. Да? Вы мне не скажете, может, здесь есть недалеко магазин? Комары заели. Измучились. Вы догадливы. Значит так, выходите направо и слева у дороги магазин. Там Лариса продавщица, спросите. У нее всегда 3-4 вида мази, там спреи, все есть. Угу. Значит, за ворота? Налево. Спасибо. Угу. Спасибо. Алло, ресепшн. Старший администратор Людмила. Да, слушаю вас. Да, здравствуйте. Мам, хочу арбалет! А ну-ка прекрати! Хватит! Если ты сейчас же не перестанешь кричать, никакого бассейна. Понял? Просто целая трагедия. Год этот арбалет валялся, никому не нужен был. Вчера вот буквально купили. Сегодня эти приходят, подаем арбалет. Где я возьму? Бедный мальчик. Что вам? Скажите, пожалуйста, у вас не найдется бинокля? Бинокля? Угу. Детский найдется. А покажите, пожалуйста. То арбалет, то бинокль. Прям граф Монте-Кристо. Смотрите. Спасибо. Нет, вы знаете, этот не годится. А у вас нет другого, взрослого? Да у меня и этот-то один остался. А вы лучше возьмите помадку. Свеженькая. Только что получили. А? Да. Спасибо. Я вам в пакет положу. И какой-нибудь крем от комаров положите. Ага.
Сколько? Свой страх. Я даже не думала, что еще когда-нибудь подойду к этому. Осторожно. Руку. Осторожно. Спасибо. Ух ты. Даже не верится, что вчера в этой воде плавал утопленник. А вы были знакомы? Да. Наматывал круги вокруг Юльки. Я его даже побить хотел. О, а вот это очень опасная информация. Вы смотрите, кому-нибудь не скажите, а то следователь узнает. А он уже знает. Я ему сказал. Как думаете, найдут? Кого? Глупость сказала, да? Поменьше читайте, детективы. Марина Евгеньевна. Ну, а что сидим? Бегом, бегом, бегом! Хватит сидеть, вперед! Вперед! Побежали! Вперед! Побежали, побежали, побежали! Брючный ремень отсутствует. Хватать еще одного следствия. Тогда нам и в Москве покоя не дадут. Хорошо еще, что это кандидатша. Никого из нас толком не знает. Это верно. Ни наших имен, ничего. Иначе нас бы всех затаскали.
Ей-то что? Она только что приехала. А мы все с этим Чуевым были в том или ином контакте. Угу. Кстати, перед обедом она опять крутилась возле пруда. Искала что-то. Недаром же говорят, преступника всегда тянет на место преступления. Угу. Ее-то как раз никто не заподозрит. Скорее всего, нас. Да перестаньте. Все же определилось. Следователь вполне разумный человек, как мне показалось. Он склонен квалифицировать гибель Чуева как несчастный случай. Значит, для этого есть все основания. Ну и слава богу. Элеонор Яковлевна, ну разве так можно? Ой, что это я говорю? Это все волнение и тревоги от последних событий. Конечно же, мне жаль Чуева. Мама. Здрасте. Должна вам сказать, Павлик, вы поступили разумно, что не поехали на эту ужасную лошадиную прогулку. Оленька у меня такая впечатлительная. У нее и без того аппетит, не бог весть какой. А тут еще эти события. Оленька-то Оленька. Да только я вам не Павлик. Приятного аппетита. Мамочка, умоляю тебя, опомнись. Помолчи. Здравствуйте. Здрасте. Приятного аппетита. Спасибо. Приятного аппетита. Не удивляйтесь, если я за ужином буду сидеть за другим столиком. Сдается мне, ваше соседство небезопасно. Правда? А мне не показалось, что вы так пугливы. Во всяком случае, ваши разоблачения на конюшне были такими самоотверженными. Как прошла беседа со следователем? Послушайте, позвольте мне поесть. Марина, вы мне нужны. Нам надо пойти на конюшню. С вами на конюшню. А вы мне удавку на шею и сеном прикройте. Это не мой стиль. Нам с вами надо смотреть мальчика. Боюсь, что кроме нас ему никто уже не поможет. Спокойно, мальчик, спокойно. Зоя, пойди-ка сюда. Угу. Вот это ранка. Она была до прогулки? Нет, я его перед прогулкой чистила. Правильно ты говорила, что лошадь просто так никого не сбросит. В него метнули чем-то острым со стороны. Кто? Зови свою аглоеду. Да, бегу, бегу. Ой, вот проклятый, а! Ух ты! Что, мой хороший, оклеветали тебя. Да и мне досталось. Да. Интересно, кому это могло понадобиться? Не знаю. Сейчас самое главное – мальчика спасти. Правда, мой хороший? Кто разрешил войти в денник посторонним? Здравствуйте. Аглая Сергеевна, подойдите, пожалуйста, поближе, не бойтесь. Не бойтесь. Ну, мальчик, покажи нашей хозяйке, что у тебя тут, видите? Откуда это? Кто-то в него гвоздем кинул. Или еще чем-то острым. Вот он и вскинулся. А кому понравится, когда больно? Да, так что ваш конь не виноват в сегодняшнем происшествии. Защитнички. А если
потерпевший напишет заявление в милицию о причиненном увечье. Будьте уверены, никто не будет заниматься какой-то ранкой. Наши органы научились и более крупные дела сливать. Ну, а если будет заявление от пострадавшего, что он не имеет претензий? Я думаю, что это поможет, но я этим заниматься не буду. Послушайте, Аглая Сергеевна, а если мы достанем это заявление? Удачи. У меня самой нет охоты отправлять мальчика на живодерню. Клиенты его берут чаще других. А, конечно. Только поторопитесь, как бы администрация пансионата не опередила вас. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо вам, Федор Федорович. Зоенька, по-моему, пока рано благодарить. Я побегу, ему ранку обработаю. Угу. Ну что, пойдемте к Вадиму. Сейчас пойдем. О чем это вы задумались? Может, сходим, осмотрим место, где мальчик сбросил Вадима? Ну, ладно, ведите. У нас же все условия для детишек. А потом свежий воздух, это так полезно. Моим детям полезно не видеть утопленников в вашем пруду. Да. И покалеченных людей. Дети, поехали. Ваш папа отвезет вас в Испанию. Поехали, дети. Пошли, дети. Разве после того, что произошло, их удержишь? Значит, Вадим упал здесь. Стойте! Стойте, не топчитесь. Извините. Так, искать надо здесь. А что мы ищем? Да я не знаю. Я просто хочу убедиться в том, что я права. Ну что вы сидите и ищите? Пожалуй, этим можно ранить коня. Так. Так. А там-то вы что собираетесь искать? Стойте там, Федор Федорович. Марина Евгеньевна, вам помочь? Это что? Зажигалка.
найти эту зажигалку обронил тот, кто стрелял в мальчика? Не исключено. Это надо будет спросить у хозяина. Вы, кстати, не знаете, кому она может принадлежать? Одному некурящему человеку. Снимаю шляпу. Пансионат Фореста, слушаю вас. Да? Да-да, автобусы от станции ходят каждый час. Нет. Извините, это не ко мне. Да, пожалуйста, к директору с этим вопросом. Да, до свидания. Благодарю вас. Так. Как же его угораздило с лошади-то свалиться? Я понятия не имею. Вчера этот утопленник, сегодня это лошадь. Угу. Сумасшедший дом. Куда делись бумаги эти? А, вот они. Ага. Я хотела перед вами извиниться. Пустяки. Вы были прекрасны в вашем праведном гневе. Смеетесь? Чистая правда. Ненавижу равнодушных людей. Здравствуйте. Извините, что мы беспокоим, но мы бы хотели узнать, как Вадим. Здрасте. Да-да, пожалуйста, проходите. Спасибо. Здрасте. Да вроде виделись. Здрасте. Вот решили проведать вас. Не помешали? Может быть, присядете? Не беспокойтесь, мы ненадолго. Не повезло вам. Небось, перепугались все. Да. Все вам очень сочувствуют. Ну, эту кляч, скорее всего, теперь пристрелят. Да. Видите ли, Вадим, выяснилось, что мальчик ни в чем не виноват. Какой мальчик? Ну, коня, который вас... Его зовут Мальчик. А, да, конечно. Я и забыл, что его так зовут. Видите ли, во время вашей прогулки в мальчика бросили острый предмет. Вот эту металлическую спицу. Мы осматривали коня. Рана очень глубокая. Конь взвился от боли и сбросил вас. Вот это цирк! Это какой-то бред. Кто это мог сделать? Заткнись! Не лезь, куда тебя не просят. Ну и? Ну и, как вы справедливо заметили, коню теперь не сдобровать. Ну, а я-то тут при чем? Мы пришли вас попросить. Ну, не могли бы вы написать заявление о том, что вы не имеете претензий к мальчику? Лошадку, значит, пожалели? Как это по-интеллигентски. Жалеть животных, а на то, что я ногу сломал, вам наплевать. Может быть, мне еще компенсировать его страдания и обеспечить фуражом на всю зиму? Да нет, одного заявления будет вполне достаточно. Я понял. Вы напрасно пришли. Если бы я сейчас не лежал здесь в таком состоянии, я бы с удовольствием вышвырнул бы вас обоих из номера. До свидания. Выздоравливайте. Постараюсь. Всего хорошего. Да. Глупо как-то получилось. Конечно, надо было попозже, ему сейчас не до нас. Да не это.
Сейчас важно. Вы обратили внимание на то, что его не удивило наше сообщение? Да, оно не только его не удивило, оно его рассмешило. Такое впечатление, что он был готов к покушению. А вы слышали, как он гаркнул на Галю? Да. Он явно затыкал ей рот. Слушайте, да он же свидетель. Свидетель чего? Ну, он видел, как убивали Чуева, и теперь убийца хочет избавиться от него. Это же ясно, как божий день. Да. Вы серьезно? Вы сейчас думаете, что я начиталась детективов? Я детективов не читаю. Мне мама положила просто, чтобы мне не было скучно. Я сейчас размышляю логически, исходя из абстрактного движения математических фигур. Ключевое слово во всем, что вы сейчас сказали – абстракция. Послушайте, абстрактное перестает быть таковым при совмещении с реальным миром. Число 10. Абстракция ничего не значит. Но 10 яблок, например, или 10 конфет – это конкретно. Так что ключевое слово здесь – Чуева убили. Пойдемте выпьем кофе. Пойдемте. А вот интересно. Интересно, как же эту спицу можно было бросить так, чтобы точно попасть в коня и так сильно его ранить? Ну, с рогатки, например. Или из арбалета. Thank you.